Всем привет, сегодня у нас вот такие лифты. Это ЧЛЗ. О, не шагами, старые. Поехали на седьмой. Панелька старее. А так, вроде корпус одинаковый. 2000-х, которая это, не знаю какого. Ну, может, 90-х, 2000-х, не знаю. Тут панелька вообще топ. Давайте вспышку включу. Ну ладно. Поехали. Там его сейчас на первый шаг. Да? Вот, фига. Замена была. Вот кнопочка. Он что, не приехал? Фиг с тобой, сейчас по балкону пойдем. Такой вид открывается. Ладно. Я, наверное, поеду только на первый, а потом, может, с первого отправляется, не знаю. Ну, панелька старая. Процентов у меня. Ой-ой-ой. Капец, там дырочка. Дырочка. Поехали. Панелька. 16 у тебя. Не управляется. О! Ой-ой! Ну, тут тоже на седьмой. Нифига! Он красивый, он тут раскрашен. О! Вот. Типа лес, вот белочка. Панелька такая же старая. Вот диспетчер, еще диспетчер написано. Вот. Прикольно. Это ЧЛЗ. Двери, кстати, выглядят довольно. Мне как-то грузовой больше понравился. Прикольно, прикольно. Панелька. Как помните, там был у меня такой... ЧЛЗ, он был серо-голубой, и там панелька была, потому что квадратная, тут кузов уже. А тут пострее. Ну, а с вами был я, Андрей, всем пока.